Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Усатый дядя и добро пожаловать в такую новую крутую игру, как Among Us. Я думаю, уже практически каждого, каждого юзера этой игры возникла та мысль, блин, а как мне узнать баг, чтобы постоянно быть предателем в этой игрухе? Так что, друзья, если ты хочешь узнать этот самый-самый-самый чудесный баг в этой игре и постоянно быть предателями, убивать-убивать-убивать всех, то прямо сейчас поставь лайк, подпишись на у Кусатого Дяди, ну и, конечно же, тут, хочешь-не хочешь, видео до конца тебе придется досмотреть. Так что погнали, друзья! Так, друзья, э, в общем, этот баг мне совсем недавно написал подписчик. Он сказал: Усатый дядя, ты сейчас спергнешь от радости. И я думаю, блин, о, мне какой-то неадекватный подписчик пишет. Но все же, как он дальше начал писать, что я узнаю баг на то, чтобы быть постоянно предателем. А на секундочку предателем я не был абсолютно еще ни разу в этой игре. В общем, я такой везучий, что ни разу не был предателем, и мне такое счастье не выпадало. И я думаю, вау, пиши быстро этот баг, и я сразу же сниму видео. И, друзья, я его даже еще и не проверил, и прямо сейчас мы проверим его вместе с вами. Так что, друзья, погнали. Так, для этого мне надо выйти из своей комнаты, которую я только что создал, и выполнить вот такое вот действие. Друзья, в общем, как написал мне подписчик, э, мне надо выполнить одно простое условие. Мне надо подключиться в игру первую по списку. Не получилось. Значит, вторую и так далее. В общем, друзья, так, первая игра есть. Э, мы должны ее покинуть. Раз. Теперь мы должны подключиться на следующей страничке э, еще в одну игру. Два. И мы должны ее покинуть. Так, теперь э, мне надо еще зайти в другую игру три. Итак, друзья, внимание, целых пять раз подряд. И как мне сказал мой кентик, мой подписчик, на пятый раз я обязательно, обязательнейшим образом буду предателем. Так, есть, покидаем игру и. Найти игру. Выбираем э, абсолютно, давайте, любой сервер. Блин, этот занятый, этот занятый. Давайте на какой-то другой. Так, выбираем сервак, сервак. Ну, давай, алло. Алло. О, есть, все. И теперь ждем. Сейчас, друзья, я, несомненно, должен быть предателем. Так, только э, розовым предателем я что-то не особо хочу быть. Я хочу быть беленьким. А беленький предатель это тема. И шляпку надо выбрать немножко другую. Потому что это не мужицкая с бананом на голове. О, а вот фламинго на голове то, что надо. Так, ну что, друзья, нас уже 10 из 10. И давайте погнали, 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 погнали. Так, погнали. Ли, в конце концов. Давай, давай, давай. Ну чё так долго? Давай быстрее, в игру, в игру. Котик, нажимай ты, или кто там? О, Путин, с нами Путин играет, вы прикиньте. Путин, ты чё втыкаешь? Блин, у Путина какая-то а, мурда, как у крысы. Какая-то максимально странная. Блин, ну почему в игру не нажимают? Чё за прикол? Алё, бандиты, давайте быстрее. Мы тут вообще-то бах проверяем. Э -э, или может быть они какой-то тоже бах тут о, чудят. Алё, Лимончик, плеер, кто тут создатель? А кстати, как посмотреть, кто здесь создатель сервера? Так, 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 так. Что-то я не вижу. Так, э, дебил пишет. Путин обзывается. Вы посмотрите, друзья. Путин пишет дебил. Бабай, лимон хре, Путин хватит и лимон хватит. Окей, Путин пишет, он первый. Так, ну чё ребят? Го! Блин, просят сказать Го. Ну скажем го. <laughs> Что за идиотизм на этом сервере происходит? Блин! Я думал, я по Берику сейчас туда-сюда и буду предателем. Кто сейчас не подпишется на канал, тому кот накакает в портфель. Так, ну чё, момент истины, момент истины. Какой в попу член экипажа? Так, окей. Может быть, может быть, может быть, я должен был не на пятую, не на пятую игру остаться, а на шестую опять игр пропустить? Так, давайте. The game is полный сервер, да? Окей, так, так, так. Шурыгиной подключимся. Попробуем. Может быть, все-таки это надо было на шестом сервере делать. А че я такой быстрый? А че я такой быстрый? Че это за сервер неадекватный? Так, 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 так. Давайте сделаем себя черненьким. Буду черный, либо белый. Так, все, погнали. Здесь все быстренькие, и мы уже начинаем. Так, давай, давай, давай. Лишь бы бак этот сработал. Сработал, давай. Ну, ну, ну. Вонючий член экипажа. Неужели этот бак не сработал, друзья? Я, я не знаю, что сказать. Так, либо я что-то неправильно выполнил. Может быть, мне на пятую игру не надо было ждать игры, а сразу выйти. В общем, друзья, если вы уже узнали этот баг... И знаете, как постоянно быть предателем? То пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео. И в следующем видосике я уже проверю именно ваш метод. Так, -то, друзья, подписываем, блин, вот это я только что сказал. Друзья, вы слышали? Я как коматозник был. Подписываемся на каналчик Усатого дяди, ставим лайки, ну и не скучаем. Пока, пока, друзья. Ну, а я пошел быстренько прятаться от предателя.